В Кичиневском районе гендиректор сельскохозяйственного предприятия допустил нарушение трудового законодательства. По итогам прокурорской проверки установлено, что работодатель не провел обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшему. Кроме того, в нарушении закона трем работникам с третьей группы инвалидности предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью менее 30 календарных дней, тогда как им положено отдыхать на 2 дня дольше. Прокуратурой Кичиневского района в отношении генерального директора акционерного общества возбуждены 3 дела об административных правонарушениях за нарушение трудового законодательства. Материалы направлены в Государственную инспекцию труда Республики для рассмотрения по существу. Также по выявленным фактам в адрес организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.